быстренький небольшой ролик, обзор. Начала хромать рабочая лошадка. Вот здесь вот перелом был. Просто ровно вот так вот, как срезали. Очень странный перелом. То есть, ну, дропы здесь усилители, поэтому, видимо, не сломала. Обстоятельства непонятны. То есть, чтобы так вот ехал и почувствовал что-то, не было. Обнаружил перелом, когда велосипед просто стоял. Были подозрения, что кто-то уронил, либо там наехали на него, еще что-то. Но, опять же, здесь нету сварного шва, раз. Во-вторых, где перелом, место, не было вообще никаких повреждений. То есть, ни сколов краски, ни вмятин, вообще ничего. То есть, такое ощущение, что действительно лопнул сам по себе. То есть, походу, металл просто устал. У сварщика на смотре, когда на столе лежал, тоже он удивился. Говорит, возможно, вот эта вот точка наибольшего напряжения. Большая нагрузка очень здесь. Здесь вот тормоз. То есть сломалась именно со стороны, где стоит машинка тормоза. Предложил усилители сделать сразу же пластины с двух сторон. Для надежности. Вот не знаю, сколько теперь это все протянет. Посмотрим. Велосипед, конечно, не новый был, когда вот ставилось все это. Он уже был потрепан сильно. Посмотрим, что будет дальше.